Волшебный камень на ладони мага, живительный источник, словно влага, в пустыне для измученных людей. И что для нас, обычных смертных, лишь гадание, то для пророка скрытый смысл и тайна. Омар Хайям, магия – это жизнь. Магия окружает нас везде и всюду, от рождения и до смерти. Магия – это первозданная религия. Магия дарует смысл жизни и наполняет наше бытие духовностью. Древняя мудрость гласит: «Не верь колдунам и магам, они обманывают тебя за твои же деньги». Но если ты задумаешься над услышанным, то поймешь, что обмана в их словах ровно настолько, насколько ты сам себя обманываешь. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас первая серия четырехсерийного цикла передач «Прометей». И с вами я, телеведущий экстрасенс и автор данного проекта Любомир Богатырев.